Естественно, то, что вот сейчас Андрей озвучил, это действительно очень такая новая для нас вещь, это предмет нашего коллективного, уже командного. Это касаемо вот этого гектара земли, потому что это действительно родилось очень неожиданно. Вот, то есть мы с Андреем просто разговаривали в скайпе, я сидел, смотрел новости, вдруг не встречаемся с Путиным и радостно заявляем о том, что мы возрождаем программу Столыпина, когда осваивали Сибирь и Дальний Восток, давали гектар земли на человека, на члена семьи, и, соответственно, мы к этой практике хотим вернуться, поэтому кто хочет гектар земли, пожалуйста, делайте. Ну и мы с Андреем начинаем, так сказать, как бы это обсуждать, в принципе, что хорошее дело, все, тут же там поднимаем закон о том, что там есть очень большие ограничения, ну то есть другими словами, гектар земли можно взять только где нет месторождений, нет инфраструктуры, где нет сельского хозяйства, где вообще ничего нет. То есть другими словами, где-нибудь в тайге между Биробиджаном и, допустим, Благовещенском, а там всего каких-то 50 миллионов квадратных километров, то есть два локтя по карте, значит, соответственно, вы там ничего не увидите. Вот, если у вас есть желание, соответственно, вы можете там гектар земли взять. Ну, мы начали это все обсуждать, на следующий день более судьбы абсолютно я был в администрации президента, там, по другим делам, вот, просто уже, так как нас 55 тысяч человек, то они уже начинают задавать вопросы, а какие у вас цели, какие задачи, будете ли вы на улицу с флагами выходить, а кто у вас там президент, а кто, так сказать, это приходится отвечать, так сказать, на такие вопросы абсолютно. И просто краем уха слышу вопрос, что вот они запустили этот проект, я говорю, ребят, ну и как, сколько заявок там, сколько, есть у вас заявки? Они сами улыбаются, говорят, ну мы бы хотели увидеть этого сумасшедшего, который сейчас где-нибудь в Биробиджане попросит гектар земли, причем там ограничение такое, что если через 5 лет вы начинаете там экономическую деятельность, то у вас этот гектар забирают. И вот в этот момент у меня сразу раз, так сказать, это, я тоже Андрей набираю, говорю, Андрей, смотри, 5 лет получает гектар земли. Причем по закону обязаны так, это уже потом на следующий день Трутев уточнял, что если вы регистрируетесь, вам в электронном виде, прямо по Google выделяют гектар земли, вы становитесь счастливым обладателем. Ну, грубо говоря, что вот если вы здесь живете в Челябинске или там живете где-нибудь по Украине, то по сути дела в этой логике, что получить гектар земли где-нибудь на Луне, что в Биробиджане, в принципе, одно и то же. То есть никакой логики здесь нет. Вот, а я им задаю вопрос, я говорю, ребята, а если мы на этой земле начнем строить город, то в принципе это уже экономическая деятельность? Да. В администрации они говорят, ну в принципе да. Я говорю, а если мы первое начнем проектировать, потом начнем строить опытный образец, а потом вообще продлим это дальше? То есть это экономическая деятельность? Они говорят, да, но нельзя строить объекты инфраструктуры. Я говорю, правильно, объекты инфраструктуры, но если это наша земля, мы же можем себе построить дорогу, чтобы друг к другу ездить, правильно? И эту дорогу закажем у Юницкого. Никто же нам не возьмет. Они говорят, ну в принципе ваша дорога, хотите строить. И вот с этого момента у нас, как говорится, и здесь вопрос сразу же. Я им говорю, ребята, если мы вам сейчас дадим реестр, на, допустим, там, на 20 тысяч человек, вы не представляете, какими у них были глаза. Они говорят, что 20 тысяч человек будут желающие. Я говорю, да, вот если я вам принесу заявку от 20 тысяч человек, дадите? Они говорят, да хоть от 100 тысяч человек. Я говорю, хорошо, договорились. И дальше родилась система. Мы делаем проект, предлагаем. Ребят, кто вот верит в этот проект, кто знает. И начинает, как бы, мы говорим, вам надо просто сейчас в личном кабинете поставить заявку. Хочу гектар земли на члена семьи, чтобы было понятно. То есть, соответственно, сколько членов семьи. Итак, значит, что мы дальше делаем? У нас уже Михаил Ширинкин тут же нарисовал проект. Видите, вот эту трассировку. Значит, мы сейчас согласовываем участок земли первый. Вот это вот здесь, вот здесь. Мы сейчас согласуем. Так, это... Да, вот здесь. Где океан? Там нет ничего, там первое, что будет. Вот мы как раз сейчас выбирали, вот с Дальнего Востока. Там будут первые красивейшие места и нетронутая природа. Все. Больше нам ничего не надо. И желательно, чтобы в радиусе 200 километров не было ничего вообще. Только да, вот водоемы обязательно, так сказать. Вот, посмотрите, вот как это будет выглядеть. Вот, чтобы было понятно, то есть вот вам прям наглядный пример, где будут жить, где будут трассы ходить, как это будет выглядеть. Вот часть уже этого участка, часть этой горы. А дальше вопрос заключается в чем? Мы сейчас предлагаем всем сделать заявку. Но так как мы проектируем трассу, соответственно, мы будем выбирать эту землю там, где проектируется трасса. Второй вопрос. Мы пошли еще дальше. То есть это то, что вы сейчас слышите, это вообще первые вещи, так сказать, это как раз мы оставляем для тех, кто уже активисты, для тех, кто вошел в программу. То есть те, кто будут входить первые, они будут
первые 100 километров, где мы вообще будем делать эту технологию. То есть тот, кто будет обладать этой землей, на этой земле будет делаться сама технология, и вы будете совладельцами этой технологии. То есть понимаете, да, вот сейчас в Минске тут очень много вопросов, что в Минске взяли 42 гектара, там делается часть грузовой и часть городской системы. Чтобы сделать скоростную трассу, разогнать на 500 километров, надо прямой участок 100 километров длины. Вот вы мне скажите, где-нибудь в Европе, в Беларуси 100 километров прямой участок, где можно взять? Это замучаешься согласовывать количество муниципалитетов, переходов, которые есть. Это можно взять только либо у нас на Дальнем Востоке в Сибири, либо в Боливии или в Бразилии, где там Амазонка, джунгли там, и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, что в джунгли мы пока, во всяком случае, не поедем. Поэтому единственное место на Земле, где можно взять 100 километров участок, Сибирь, Гербаровский. Поэтому мы сейчас определяем участок Земли 100 километров длиной. И мы как раз первые, кто пройдет, это будет как раз наше потребительское общество, это примерно 20 тысяч семей, которые и будут вот этим 100 километров. 100 километров, на которых мы будем делать свою испытательную базу. И, соответственно, это следующий этап, который мы сейчас делаем через потребительское общество. И, соответственно, дальше, как мы сейчас договорились и заметили, наверное, что сначала объявили, что надо заявку писать, там еще, а потом трудник буквально через 3 дня говорит, ребята, в электронном виде мы вам всем даем реестр. Это потому что мы им сказали, мы вам дадим общий реестр, вы сразу будете оформлять и таким образом. Они говорят, ну только на 5 лет. Я говорю, друзья, нам 5 лет хватит. Потому что мы сейчас... Вот. А теперь, друзья, экономический смысл. Что мы сейчас делаем? Понимаете, что вот этот город, который пойдет в Евразии, который... это будет хребет всей евразийской экономики. Там будет жить больше 300 миллионов человек. Потому что это будет реально не то, что город, это будет реально линейное поселение, в котором не будет пробок вообще. Не будет транспортных проблем, там будет информационная доступность. То есть представьте, что сейчас 2 населения России будет жить в городе, где вообще нет понятия пробок, где каждый живет в своем доме в пешеходной доступности на берегу озера, который питается продуктами, которые растут на его крыше. Это у нас новое понятие расселения, у которого очень дешевая энергетика, то есть фактически нулевая, и который, соответственно, может из любой точки этого города, в любую точку, то есть по всей территории Евразии, перемещаться бесплатно. Сразу мне начинают говорить, ребята, бесплатно, это вы уже перебрали, это утопия, этого быть не может, вы это не говорите вслух. Я говорю, друзья, вот мы сейчас разговаривали по скайпу, там еще так сказать. А вас вызывает сегодня сомнение, что вы входите в скайп и бесплатно видеосигналом разговариваете, сейчас мы разговаривали с Таиландом. У вас вызывает это сомнение? Или там вопрос? Нет. Соответственно, точно так же мы сейчас говорим, что это не значит, что этот скайп ничего не стоит. Просто количество передаваемой информации провайдер делает таким образом, как маркетинговый ход, что мы в скайпе общаемся бесплатно и за это не платим. Я могу сказать, 20 лет назад это была утопия. Вот если бы мы сейчас сказали, что мы вот так вот сидим, или просто там моя мама сегодня общается с внуками по скайпу, живя вот в своих президентах, понимаете? Сегодня это не утопия, сегодня это реальность. Вот точно так же мы, когда будет реализован проект Евразия, то есть пойдет строительство вот этой трассы, по нему будут транспортироваться миллиарды тонн пищевого льда, а это основной бизнес, который сейчас будет на территории, то, соответственно, ценой перевозки пассажиров можно пренебречь. Потому что вот сейчас, видите, вот этот подвижной состав, то есть он движется со скоростью 500 км в час. Да? Я всегда говорю, что это такое? Можно предположить, это пассажирский состав, который везет, там, допустим, 50 человек. А можно сказать, что это резервуар с водой, который везет, допустим, там, 100 тонн пищевого льда. При этом пищевой лед, то есть это сегодня по докладам, и если кто не знает или кто не верит, посмотрите доклады Организации Объединенных Наций с ЮНЕСКО там, и так далее, и так далее. Вода – это основной продукт 21 века, потому что ее нет. Ее нет по одной причине. Каждый грамм нефтепродуктов, которые мы выбрасываем в природу, убивает 11-15 тонн питьевой воды. А мы выбрасываем, чтобы было понятно, 5 миллиардов тонн нефтепродуктов. Атмосферу мы сжигаем. То есть представляете, сколько мы убиваем питьевой воды, чтобы ее вернуть обратно в первоначальное состояние и сделать качественной, должны произойти затраты, превышающие цену нефти примерно в 15-20 раз. Потребление нефтепродуктов пьем все менее и менее качественную воду. Для России это особенный парадокс. Мы обладаем 70% всей чистой питьевой воды и в то же время, по данным, мы пьем самую некачественную воду. То есть это парадокс, который есть. Так вот,
когда мы к этому вернемся, и сегодня, вот это мы рассматривали на одном из вебинаров, буквально на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, две недели назад, был Байкальский форум, и китайцы официально вышли с предложением российскому правительству продавать Байкальскую воду в Монголию и в Китай. Потому что это для них стратегический вопрос. У них ни в Монголии, ни в Северном Китае нет воды. Соответственно, если туда привезти воду, это становится очень привлекательным регионом, потому что климат хороший, сельское хозяйство, воды нет. Поэтому, если делаем доставку туда воды, то, соответственно, мы решаем проблему. На что Аркаша Дворкович, вице-премьер, он сказал, зачем нам продавать воду, лучше будем продавать алюминий. Я когда прочитал этот его ответ, я своим глазам не понял, думаю, при чем здесь алюминий и при чем здесь вода? Вот. Но он прокомментировал, что в алюминии больше добавленной стоимости. И китайцы сами эту добавленную стоимость со своим алюминием сделают в лучшем виде. У них воды нет, им пить нечего. Алюминий грызть не будешь, правильно? Так вот, сейчас вопрос о транспортировке в этом линейном городе, если вернуться, что основной бизнес, который сейчас, это, к сожалению, но я могу сказать, что я к этому спокойно отношусь, когда 15 лет назад я начал рассказывать о том, что будем транспортировать воду, но, честно говоря, многие мои знакомые считали, что я на базе Транснета съехал как бы. Сегодня, когда все понимают, аналитики, что сегодня вода – это основной ресурс, а когда мы говорим, с Байкала мы повезем не просто воду, а пищевой лед, а это единственный конденсатор холода, а кто физику не помнит в школе, я могу сказать, чтобы растопить тонну льда, надо затратить столько же энергии, сколько растопить тонну металла, между прочим. То есть вы как металлурги понимаете, что такое теплоемкость. Так вот, когда у нас этот природный холод, который идет с космоса, мы замораживаем при температуре 20 градусов, минус 20 градусов, развозим по всему миру, то дальше, чтобы было понятно, если сегодня Москва будет пить наш пищевой лед, ну что такое пить воду? Это кубитейнер 20, это вы его ставите в холодильник, то есть в верхнюю полку, у вас бежит вода. Потому что лед тает, появляется талая. Не надо рассказывать, что такое пищевая вода. Там, в общем, биологически активная, с кластерами. В общем, бесконечно много можно рассказывать. Причем из линз, которые 500 лет стоят, не меняются. Но при этом лед обладает свойством, что когда он тает в воду, он еще потребляет тепло. Значит, холодильник, в котором лежит 20 килограмм льда, вы на месяц можете выдернуть из розетки. Так вот, если вся Москва из розетки выдернуть в холодильник, чтобы было понятно, это 50 мегаватт. То есть сегодня вокруг Москвы стоит 12 блоков электростанций. Вот значит, 2 блока можно выключить. За счет того, что люди будут пить чистую воду и, соответственно, еще получать нефреон, то есть газ, соответственно, которым сегодня охлаждать. То есть вот она новая энергетика, вот он новый бизнес. Не говоря уже еще, который из этого делается. Так вот, сегодня тонна пищевого льда в 7 раз дороже тонны 98-го бензина. Поэтому если мы будем там 7, ну там порядка мы сейчас считаем 3-5 миллиардов тонн продавать этого пищевого льда, это больше, чем нефти весь взятый, то только этот бизнес будет примерно 5-6 раз больше, чем весь нефтяной бизнес на Земле. Соответственно, это наш Байкальский. Так вот, когда мы это будем продавать и возить вот этот лед, то есть видите, вот эта бочка со льдом. Соответственно, если там впереди стоит отсек, и там сидит 5 пассажиров в первом классе, то за проезд мы же все равно лед везем, и мы за это деньги получаем. Пускай ездят бесплатно. Так вот, вот эта вот перевозка в нашем линейном городе из любой точки в любую точку, потому что идут миллиарды этих подвижного состава, которые привозят, это будет бесплатно. То есть понятно, почему логика, когда мы говорим, что в этом линейном городе перемещение будет бесплатно для пассажиров. Это не значит, что никто за это платить не будет. Платить за это будут те, кто будут пить воду и, соответственно, потреблять. Поэтому я согласен, что это несколько тяжело сейчас. Вы представляете, что эту концепцию мы сейчас будем говорить, а как к этому относится, допустим, министр транспорта? Вот я вам сейчас скажу, представляете, мы сейчас это будем обсуждать с министром транспорта. Он на нас посмотрит, скажет, да вы что? Мы сейчас, они собираются потратить весь фонд нашего благосостояния будущего и удвоить перевозку транссиба. То есть Александр III 150 лет назад построил транссиб на 115 миллионов тонн. Кстати, Андрей тут немножко ошибся, он так сказать, в цифрах технических, он сказал, что РЖД возит 25 километров в час. Средняя скорость перемещения грузов по России 8,5 километров в час, если кто не знает. 8,5. Ниже, чем было при Александре III. Так что сегодня, то есть 150 лет спустя мы грузы возим медленнее. Так вот, РЖД сегодня хочет удвоить перевозку до 250 миллионов тонн. И когда мы говорим, что, ребята, мы только льда повезем 5 миллиардов, не 200 миллионов тонн, а 5 миллиардов, понимаете? И пассажиров поедет порядка 10 миллиардов.
Они на нас смотрят и говорят: ребята, таких потоков не бывает. Я им достаю телефон и говорю: знаете что? Вот этот телефон, вот этот аппарат, он за час передает информации больше, чем вся московская городская телефонная сеть в 90-м году за год. Ваши не смущает, потому что один фильм скачать сюда, понимаете, да, если гигабайты перевести, это просто несопоставимые цифры. По проводам в Москве передать это было невозможно. Это же никого не смущает, что Москва передавала за год меньше информации, чем один этот аппарат за час. Но тем не менее, это же реальность. То есть это вот как раз разные технологические уклады, разный подход и, соответственно, разные. Поэтому то, что мы сейчас говорим, там, где будет спроектирован этот линейный город Евразия, и где мы сейчас, это будет на евразийском континенте самая дорогая земля. Потому что это будет именно хребет всей экономики. От нее уже будут отходить дальше к месторождениям, к другим, соответственно, регионам и так далее, и так далее. Поэтому